очень интересно, как Бог все задумал. Очень интересно, как Бог создал нас. Бог создал женщины стать соответствующей помощницей для мужчин. Но что-то таинственное случается, когда женщина становится помощницей. Это какой-то духовный закон. Как только женщина смирение от всего сердца начинает исполнять свою роль помощницы, она начинает исполняться. Она начинает чувствовать себя исполненным. Она этим осуществляет свое предназначение в жизни, когда она начинает помочь людям в ее окружении. Благотворительностью в основном занимаются женщины, потому что это связано помощника соответственного. Помочь, обращая внимание на эти мелочи, обращая внимание на вещи, на которые мужчины и общество не хотят возиться с этим. Очень многие мужчины, им проще дать деньги на благотворительность, а устроить, возиться с больными, возиться с детьми. В основном занимаются женщинами, потому что они созданы для мужчин. И в их взаимоотношении общество, дом, семья, школа приобретает гармонию. Итак, дорогая женщина, точно как я сказала, что никакой мужчина не сможет исполнить Божье предназначение в его жизни без принятия тех женщин в его жизни, без принятия тех помощи, которые приходят в его жизни от женщин. Я точно так же хочу сказать вам, дорогие женщины, не зацикливайте на себе, не сосредоточьте только на себя. Бог создал вас для мужчин. Ищите мужчин в вашей жизни. Это может быть отец, это может быть брат, это может быть одноклассник, это может быть брат в вашей церкви, это может быть мужчина в общественной организации. И всегда посмотрите, чем я могу быть полезным, чем вы можете быть полезным. И это будет смирение с вашей стороны. Это будет смирение с вашей стороны, что вы соглашаетесь с Богом, что хорошо, Бог, да, я соглашаюсь, что мужчины думают в отличие от меня, и я понимаю, какое должно быть мое отношение к мужчинам в моей жизни, без сексуального, потому что секс, закона, секс благословляется только в рамки семьи. Но мы сейчас не говорим о сексуальных отношениях, мы говорим о нормальном человеческом отношении. Отношения так, как Бог задумал, чтобы эти отношения были.